Соник тоже пришла покупаться с вами, мальчики, смотрите. А вот моя осинка. Все, ей точно будет не скучно. Еще один. Не пугай только ее, зая. Она, видишь как? Все, спокойно. Не пугайте собаку. Нету. Как вам купается? Хорошо? Да. Лукасик, не надо ее нервировать. Она сейчас балдеет, потому что у нас такая жара. В Финляндию наконец-то пришла. Действительно жара, да? 27 градусов на улице. Вчера было 27, по-моему. Даже жарче было. А сегодня 26. Ну, чувствуется так же, ветра нету. Да пускай она не хочет. Смотри, она балдеет. Да, она и ноги там вот так вот растянула. О, какая ты! Она обычно у нас на озере боится воды. Даже к озеру подъезжаем, она уже кричит. В этом году мы еще на озеро не ездили. Но вот это вот у нас первый день, что мы бассейн поставили, потому что погода наконец-то летняя. Да, Соник? Знаешь, если бы она не хотела, она бы уже стала выкарабкиваться. На уши не лей, на голову не льем. Элиасу тоже нельзя ухо мочить. Я на всякий случай пластырь наклеила, но он... Так мы ж не купили. А почему? Мы тогда не купили, потому что было для взрослых. Аккуратненько, зая, чтобы она испытывала только удовольствие, хорошо? Вот так вот. Как водичка, тепленькая? Здесь еще и солнышко такое, прям нагревается водичка, хорошо. Делаем массаж. Массаж. Смотри, чтобы... Теплое, да? Ну да. Но я еще боялась же холодную, потому что у Элиаса ухо болит. Никлас немножко кашляет. Мокрая, это самое лучшее ее гладить. Так приятно. Да. Ой, она супер выглядит. Она будет у нас такая чистенькая. Она и так-то не грязная, а тут она еще и покупается. Да. Не, она очень довольна. Мне кажется, она теперь в следующий раз сама прыгнет в бассейн. Знаете? И скоро вы не сможете уже здесь. Она будет плавать и гавкать. Что, не подходите сюда! Не подходите сюда! Ты боишься сесть, Лукасик? Много водички, да? Сесть. Соник, не надо. Соник и так хорошо стоит. Ага, чтобы было видно, как она там ножка. А не видно все равно. Ну, Соник, как тебе нравится? Нравится, точка, да. Точка. Это массаж такой? Ей нравится, да? Да. Она смотрит на Эмили. Эмили, Обить, ты серьезно меня здесь надолго оставила? Иди сюда. Не, она не пойдет. Ей очень понравилось. Мне кажется, она теперь точно не выйдет до вечера. Пока... Лукаса? Нет, зая, она не боится. Ты тоже пойдешь. Ну, давай. Думаешь, пойдет к тебе? Не надо ее убирать. Она так хорошо плавает. Слышишь? Пускай наслаждается. Не надо. Посмотри, как она плавает. Ноги у нее наверху. Но она реально как будто плывет. Точно, она наверху, на весу держит ноги. Еще выше Она стоит на двух лапах, между прочим. Вы знали об этом, да? У нее попа вверх поднялась. Я говорю, забери машинку. Не забирай ее, зая. Видишь, она такая довольная. Вот, она не хочет, видишь? Говорит, не надо меня отсюда забирать. Дети купаются, я буду купаться. Чем я хуже? Я с детьми заодно. Тут так тепло, хорошо, в бассейне. Да, Лукас? Нравится тебе? Скоро станет еще горячее, водичка на солнышке нагреется. К вам прямо бассейн прямо солнышко светит. Да, тут мы немножко, пока наливали бассейн, много всего намочили. Но это все высохнет на солнышке.
делаем массаж и ей делаем воздух. Не надо воздух. Не надо, Зайка. Не надо, давай. Ты знаешь, это для того, чтобы убирать соринки, если мы же воду оставляли раньше на ночь. И потом, чтобы убирать. Папа убирал у нас листики там, если налетят. Не надо баловаться, Зайка. Что тут? Где? Ну вот я и говорю, это уже вы с ногами принесли. Вы же босиком ходили и уже принесли в бассейн. Вначале было так хорошо, чистенько. Королева. Она точно королева. Я тоже туда хочу, к вам. Не надо так махать перед ней. Это, кстати, тарелка, с которой она любила играть. Если она вспомнит. Ну, сейчас не побежит она, конечно. Сейчас она насторожена. Для нее это вообще, мне кажется, какое-то испытание. Потому что она раньше у нас очень боялась. Очень боялась воды. И даже вода, если включалась, она уже сразу же текала подальше. Да, Соник? Для меня, если честно, это прямо сюрприз, что Соник не уходит. Что Соник наслаждается водичкой. Я тоже наслаждаюсь Соничкой водичкой. Угу. Я даже поменяла. Да, но она уже стоит. Уже ножки поставила. Они у нее поднимаются. Что там? Я попью воду. Не пей воду. Да, у нее ноги плывут. Вы так не умеете, дети. Вот. А хотя дети что же умеют, если вот так вот. Вот Никлас сейчас попробует и ноги поднять. Получается? Нет. Вот. Тяжело, да? Ну ты так сильно-то не поднимай, вот у Элиаса получается. Да. Булькает. Но она прям наслаждается. Круто. Тепленькая она, да, Никлас? Не пугай ее, не пугай. Зая. Посмотри, как она хорошо с вами вместе в бассейне. Она наслаждается на самом деле. И... Да. Ну, а плакала? Да. А, плакала разве? Я не слышала, чтобы ты... Не задевай ее ножками, Элиас. Не задевай ножками. Посмотрите, как она смотрит. Пить не надо эту воду, Зайка. А я тоже ее потрогаю. Ты что делаешь? Плюешь с этой водой? Я открываю. Не надо открывать рот. К Сонику все игрушки приплыли. Чтобы она не уходила. Да, она чтобы никуда не ушла, да? Или чтобы она поиграла. Не пугай ее, не пугай, Зайка. Видишь, как она хорошо. Ей нравится, да?